Всем привет, дорогие мои подписчики! Ну что, хочу вам похвастать. У меня теперь немножко небольшое обновление в моем кабинете. Это я повесила, ну как я, Паша мне помог. Значит, повесили грамоты благодарности уже на стеночку. Вот так это сейчас выглядит. Их немного еще, но что есть, то есть. Немножко небольшая перестановочка. Здесь у меня теперь костюмы. Там, кстати, тоже грамоты, но я их еще оттуда как бы не перевесила, поэтому они вот там. И вот так у нас получается. Вот здесь вот у меня кубки. Потому что полочки у меня еще для наград нет, поэтому я оставляю их здесь. Вот, еще думаю, как бы мне кабинет немножко украсить, не знаю. Может быть, повешу обратно некоторые картины, которые мне рисовала Маша Соболева. Вот, вот такие, наверное, повешу. Сейчас я вам покажу. Вот такие я нарисовала. Значит, вот есть вот такая. Нет, такую не буду вешать. Жирафик. Вот, есть еще космос с кометой. Такой вот. Они у меня уже висели, но я их сняла, наверное, года полтора назад. Я думаю повесить вот такую. Она мне нравится очень. Думаю повесить ее. Естественно, уголки у нее вот такие, потому что я неаккуратно снимала. Некоторые уголки надорваны уже, да. Вот получается вот такая картина. Я думаю, ее, может быть, ее одну я повешу. Так, вот еще есть такая. Естественно, у меня все уголки порваны. Это делала уже я. Чисто пробовала нарисовать что-нибудь. И пришло в голову вот такая картинка. И новогодняя тоже Маша Соболева рисовала. Ну, новогоднюю я точно вешать не буду. Я, наверное, повешу вот эту картину. Ну, как картину? Рисунок. Вот, рисунок повешу куда-нибудь, может быть. Или сюда. Потому что здесь у меня висит другая картина. Чего я все говорю, картина? Это у меня рисунок рисовала девочка мне. Я ее попросила. Даже, наверное, может быть сюда. А может быть и сюда. Вот. Я думаю. Как думаете, сюда повесить лучше? Я, может, просто криво сейчас держу, а так, может быть, сюда повесить. Не знаю. Или же вот сюда повесить. Давайте, знаете, как договоримся? А, значит, я пока что повешу сюда. Вот. Но вы в комментарии напишите. То есть оставлять здесь, или же мне ее перевесить в другое место. Вот сюда. Вот. Пока что повешу сюда. Костюмы я решила не убирать, ну, то есть, вот, которые вот эти. То есть, пускай они будут лучше в моем кабинете, потому что, когда девчонки переодеваются у меня в кабинете, им удобно с вешалки, как бы, ну, все равно получается, что все по кабинету разбросано из одежды, да, но костюмы в основном висят на вешалке, им удобно с вешалки взял, переоделся, повесил вешалку, то есть, более комфортно так будет. Нежели все будет вот валяться на стульях там туда-сюда. Вот как-то так. Завтра мы еще с девчонками едем с коллективом «Гармония». Едем в Осьмино, опять же, на фестиваль патриотической песни. Вот, у нас будет петь Наташа Корниенко и Таня Шаренкова, и Анна Александровна это... Нюта Анюта. Насколько я слышала, что Старопольский дом культуры тоже едет. Поэтому мы, может, даже с коллегами встретимся завтра. Ну что, на сегодня вот... А, давайте я вам, знаете, еще что покажу. Что мы придумали на одно мероприятие. Потому что в феврале у нас состоится наш традиционный один конкурс, на который мы ездим уже, получается, с 17-го года. Да, с 17-го вроде года. Вот. И
В этом году мы очень хотим тоже поехать, но это дело в транспорте будет. То есть, если нам предоставит администрация транспорт, то мы обязательно там будем выступать. Танец, естественно, мы уже подготовили. И вот осталось только с транспортом решить. Вот, и я покажу, что мы придумали для решения, немножко такое сделали для футболок. В Инстаграме уже у меня, точнее не у меня, а в Инстаграме у нас в группе «Культурное овсище» уже все есть, то есть фотографии, где девчонки себе пришивают вот это все. Поэтому сейчас немножко вам покажу. Там они, кстати, еще не доделали, но есть футболки, которые уже доделаны. Сейчас я вам покажу все. Вот футболочка. Вот такой будет. Такие звездочки мы решили сюда сделать. То есть, чтобы не просто пустой вот белая футболка, потому что сзади уже есть надпись, ну, то есть с номером. Это наши футболочки, которые мы еще летом, по-моему, заказывали. Вот. Но мы решили что-то спереди сделать, и это будет вот такие звездочки, потому что созвездие. Вот такое у нас решение. Мне Мы болеть. Приехали в Осьмино. Уже все, готовы петь. Да. Сейчас заходим. Приехали пораньше, у них сейчас какое-то мероприятие. Для вручения знамени на сцену приглашаются глава администрации. Раздевалочка. Это, я так поняла, костюмерная. Просто дефиле девочек, они учатся ходить. Давай, я там умею, там умею. Я тоже уже научилась. Забирать собой? Да. Жалко. Такие у нас девочки красивые. Да. Я не люблю с распущенными, надо их заплести. Ну, давай заплетем. Так, ну что, уже почти начинается концерт. Мне на самом деле вначале очень понравился вот оркестр, у них живой был, вообще прикольно, мне очень понравилась музыка. Да, вот на самом деле, вот живая скажи. Музыка, это очень круто. Оркестр просто бомбический, я бы так сказала. И это было настолько торжественно смотрелось, что это было очень круто. Да, вот мне тоже понравилось, реально. Молодцы, молодцы. Вот такой у нас столик, я не показала, может, вначале только так показала. Вот, и там у нас Старопольский дом культуры, рядом с нами. Но они еще не приехали, но уже, кстати, начинается через минут 5 концерт. Они выступают 14-м номером. Вот, смотрите, так, вот они. У них называется дуэт К2, а той весне, Старопольский дом культуры. Значит, мы выступаем 5-ми сначала, Бессмертный полк у нас. Так, и 10-ми. Спаси и сохрани. Я это запишу на телефон, потому что, чтобы была картинка нормальная, вот. И если вам интересно посмотреть, то подписывайтесь на группу «Культурное овсище». Я выкладываю туда видео с выступлений, со всех станциями, с вокалом, вот. И хотелось бы сказать, ни пуха, ни пера. К черту! Наши выступили. Если вы хотите посмотреть видео, то я говорю, что в «Культурном овсище», так и вбивайте ВКонтакте, и там в видеозаписях это будет. Я на YouTube это не могу выложить, потому что авторские права как бы не пропустят YouTube. Вот так вот. Ну что, а теперь впечатление, как спели первую песню. И дополнение к этому, я думаю, что будет ссылка в описании, да, Виктория? Ну, естественно. Да, ссылка в описании на нашу группу, но, ребят, меня пробрало до глубины души, как это было идеально. Это видео выйдет позже, поэтому да. Девочек нету, я могу это сказать, но они большие молодцы. У нас сейчас будет еще одна песня, которая проберет просто до мурашек. Мы когда репетировали с утра, у меня прям, у меня все в
дыбом стало, мне стало жарко, холодно, и, в общем, мы будем стараться, и мы умницы, вот. Будет еще одна песня, и она вообще реально до мурашек у них получается, поэтому посмотрите, вот действительно, это стоит того. Ля, какие молодцы! Круто, да? А где Даля потеряли? Мы сами не помним. Даля крадется. Красиво, Таня, красиво. Вот. Молодец. Все, можно поесть. И за старое общество. Сейчас будет награждение. Еще хочется поблагодарить нашу главу администрации Арсика Владимира Феодосевича. Диплом награждается. Дуэт К2. Карина Каян и Екатерина Васильева. Руководители Витерева. Дипломом награждается вокальный коллектив «Гармония», руководитель Низова Анна Александровна, Овещинский сельский дом культуры, Сланцевский район. Все, нашим вручили уже дипломы, получается, или как они там, благодарственные письма. Вот, сейчас мы уже будем уезжать обратно в деревню, у своих, где они там, когда выйдут. О, идут. В общем, оказывается, посмотрите, показывай. Это вот Маслобоева Виктория Владимировна, нашему директору. Тань, ну, и помоги. Каждому лично вот дали вот по такой грамоте. Низова Анна. Да. Низова Анна. Не так нет, быстро. Это руководитель, то, что руководитель, да? Низова Анна. Да. Это благодарность. Но это ваши личные, да, личные. Да. Это личные. Молодцы. Вы домой заберете потом. Там Низова Анна написано. Да ж столько. Ты рада? Да, я люблю кота. То есть кто-то вручает, а нам дали еще кружечки. Ну что, мы уже вовсе еще в деревне, у нас идет снег. Посмотрите. Неужели будет зима? Ну что, все, видео подошло к концу. Спасибо всем за просмотр. Нам вручили 5 грамот. Каждому, получается, каждому из нашего коллектива. И директору еще вручили. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки на это видео. Всем пока.